В мире Fight Nights. Я рад выступить в таком престижном месте против одного из величайших бойцов всех времен, Федора Емельяненко, на Fight Nights 56. Для меня будет честью, если это будет моим возвращением в ММА. Камил и Артем, спасибо за ваше внимание, сказал Карвин. Шейн Карвин время даром не теряет. Нашел себе и турнир, и соперника. Прокомментировал это видео Камил Гаджиев. Фабрисио Вердум выразил недовольство фирмой Reebok и ее сделкой с UFC, опубликовав в Инстаграме свое фото в футболке Reebok, но с логотипом Nike, с подписью «Я необычный, я за Nike с детства». Хэштеги «Пососи мои яйца Reebok». Напомню, свой следующий бой Вердум проведет против Кейна Веласкеса 30 декабря на UFC 207. Сын покойного Кимба Слайса Кевин Фергюсон выступит на турнире Bellator 165 19 ноября, а имя его соперника пока неизвестно. Напомню, главным событием этого турнира станет поединок Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсона за титул чемпиона Bellator в легком весе. А ко-мейн-ивентом бой Майкл Пейдж против Фернандо Гонзалеса. Артем Фролов против Луиджи Фиараванти 18 ноября на М1 Челлендж 72 в Москве. Антонио Сильва против Ивана Штыркова 18 ноября на турнире по боксу и ММА в Екатеринбурге. С 28 октября на канале Fight TV несколько дней не будет новостей. Я уезжаю в Краснодар, где буду вести пресс-конференцию и церемонию взвешивания бойцов-участников турнира Prime 4, который пройдет 29 октября в баскет-холле. В магазине Fight Shop новая коллекция футболок, маек и толстовок с бойцами ММА и символикой UFC. А на все хиты скидка 15%, плюс скидка 10% с промокодом FIGHT10. А при покупке от 3000 рублей доставка бесплатная.